Сачели в сопровождении директора дирекции федеральных целевых программ на 2010-2016 годы Башира Талдиева совершил инспекционную поездку по Назрани и Назрановскому району. Первым пунктом посещения стало место строительства спального корпуса круглосуточного пребывания на 100 мест для учащихся школы-интерната Назрани, где на данный момент ведется работа по бетонированию основания. Объект предназначен для учреждения образования. Мы будем предъявлять самые высокие требования качества строительных работ, замусачили, обращаясь к подрядчику. Открытое акционерное общество «Назрановский завод электродвигателей малых мощностей» стал вторым объектом посещения Мусачелиева. На сегодняшний день проводится техническое перевооружение завода по линии федеральной целевой программы. К старому зданию пристроен новый корпус, где будут собирать детали электродвигателей малых мощностей. Председатель правительства республики заметил, что на данном этапе необходимо привлечь специалистов, которые в дальнейшем будут работать на заводе. Далее Мусачелиев проверил ход строительства детской поликлиники на 300 посещений с женской консультацией, на 100 посещений в смену в Альтиевском округе Назрани. Башир Талдиев сообщил, что объект возводится по линии федеральной целевой программы и согласно графику должен быть сдан в эксплуатацию в 2015 году. Председатель правительства отметил необходимость строительства в республике нескольких бетонных заводов, чтобы обеспечивать строительные площадки качественным раствором. Кроме того, на территории округа близится к завершению строительства детской поликлиники на 300 посещений в смену. В настоящее время на данном объекте специалисты заняты установкой мебели медицинского оборудования, озеленением и благоустройством двора, а также прилегающей территории. Председатель правительства осмотрел процедурные кабинеты, операционные палаты и подвальное помещение. В целом, Мусачелиев положительно оценил качество проделанных работ. Инспекционная поездка председателя правительства завершилась посещением средней школы в сельском поселении Кантышево на 704 места. Мусачелиев остался недоволен качеством и темпами строительства учреждения образования. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».